В этой истории есть драки, пираты, морские сражения, интриги, убийства, самоубийства, призраки, черепа, безумие, секс, любовь, драконы. Ой, драконов тут нет. Зато все остальное есть в Гамлете Уильяма Шекспира. А еще там есть теннис, двусмысленный юмор, черная икра. А сам Гамлет не толстый, ему не 30 лет. Спойлерс. Все это мы узнали, работая над параллельным переводом Гамлета. Можете узнать и вы, если присоединитесь к проекту. В прошлом году мы напечатали коллекционное издание пьесы «Ричард II» Уильяма Шекспира с параллельным переводом. Мы получили прекрасные отзывы от сотен читателей и от десятков профессионалов, театральных режиссеров, критиков, книгоиздателей. Нам очень понравилось делать Ричарда, и мы решили не останавливаться и выпустить коллекционное подарочное издание самого великого произведения Шекспира. Мы собираемся издать Гамлета. На одной странице будет оригинальный текст и перевод. Также мы делали в нашем издании Ричарда II. Помимо этого, в книге будет более 40 замечательных иллюстраций, основанных на постановке пьесы с Дэвидом Теннантом в главной роли. Гамлет выйдет в двух таких же томах, как Ричард, потому что это самая длинная пьеса Шекспира и самая изучаемая пьеса в мире. Поэтому у нас помимо текста будет множество комментариев, авторское предисловие, большое послесловие об истории пьесы. Все на двух языках. Печать такой книги, к сожалению, стоит очень дорого. И для того, чтобы у нас все получилось, нам очень нужна ваша поддержка. Пройдите в этот клуб избранных издателей Шекспира и получите один из 300 экземпляров уникальной книги. Присоединяйтесь к нам.